мои сладкие, сегодня у нас будет обзор покупок. Давно я не снимала обзор покупок, конечно, за исключением штатива, когда я купила, сняла и показала. Показываю, что я купила. Денег потратила, мама, не горюй. Но что-то, наверное, по покупкам маловато для таких денег. Была я в Светофоре, купила. Ни разу не брала вот такие вот, типа твикса, конфеты, печенье. Не знаю, правильно назвать. Но такие конфетки. Их у меня очень любит. Прямо Яшечка моя, тракашечка, для нее купила. Взяла вот мяско, вот такое копченое. Не знаю, вкусное, нет. Не знаю, ни разу я там это дело не покупала. Печенье взяла овсяные, с шоколадной крошкой. Гулюшка у меня любит печенюшечки овсяные. Брала специально для нее сок. Ну, прям самый дешевый. Не помню, 20 с чем-то рублей взяла я, по-моему, 3 пачки. Так, так, так. Взяла вот такой плавленый сыр «Дружба». Туалетную бумагу влажную. Это я взяла для Ульяшечки своей. Фольгу. Фольга в хозяйстве всегда пригодится. Приправу набрала. Взяла вот универсальную приправу. 4 пачки. Ну, я вот взяла 3 себе. Пачку сыну отдам. Ой. Так. Что здесь у меня еще? А, и вот такую икру взяла. Как это, с копченостями. Деликатесная икра в кремовом соусе. Я брала с креветками, мне очень нравится. Такую, не знаю, не брала, попробуем. Так, это вот сок. Ой, это я набрала, оказывается. Ничего себе. 4 пачки взяла. Ну, пачку я сыну брала. Вот он сейчас убежал, помогал мне сумки заносить. Забыла отдать. Морковь взяла по-корейски. Конечно, можно сделать самой. Мне лень. И мне не то, что лень, еще некогда. Кукурузу взяла. 2 баночки. И взяла кальмар. Вот я какие-то в соусе. Ни разу не брала в сливочном соусе. Сказали, что вкусные. Попробуем. Попробуем. Так. Так, где мне здесь еще? Купила себе кастрюляку вот такую вот. Тоже взяла в Светофоре. Не знаю, что за качество. Ну, проверим. Не особо дорого. 600 там с копейками в районе 700 рублей. Посмотрим, что за она. Взяла вот такую лампу. Это лампа. Как же она называется-то, мои хорошие? Ну, типа гирлянды. Ну, поняли меня. Вот нужно вкрутить, посмотреть, что за она. Тоже дешевый, 100, по-моему, 8 рублей. Сопляки одолели Любку. Майонез набрала, запаслась. Майонезик на перепелиных кокушках, яичек. 3 пачки себе, пачку сыну. Ведь праздники, праздники. Вот она брала майонезу. Пачка сыну. Убежал, ладно, потом отдам. Я вам сейчас расскажу. Ох, расскажу. Должны были сегодня ко мне прийти газовщики. Вы представляете, я записалась, и я забыла. Отвела Ульяшу в сад и укопсила по магазинам. Прихожу, бумажка в двери. Ну, сейчас позвонила, извинилась, что так получилось. Записалась на 30 число, придут. Купила себе, это я уже была в другом магазине, купила краску себе. Буду теперь рыжая, покрашусь. Хочу рискнуть быть красивой рыжим фитилем. Ох, 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 сын хлеб забыл. Ой, мама. Я ему хлеб, и себе хлеб. Ну, это вот речь о чем? Спешка нужна при ловле блох.
А у нас мы спешим куда-то, неизвестно куда. К Новому году шампанское. Взяла самый дешевый. Не знаю, что за оно. Что за оно. Манку кашу варить. Плюс я купила в светофоре порошок 9-килограммовую упаковку. Тащить, конечно, я не буду. Показывать. Я уже поставила в ванну. И купила я упаковку молока. Да, упаковку. Надоила молока. Потому что молоко у меня улетает, будь здоров. Варю кашу постоянно в Яше. Ну и любитель все попить кофея с молоком. Вот. Все мои покупочки, друзья, не поверите. Не поверите, не поверите. Потратила я где-то в районе 7 тысяч. Был 5 тысяч. И плюс еще у меня там было маленечко. В кошельке не считала. Ну, тысяч полторы точно было. Так что вот так. Все рассказала, все показала. Спасибо вам, мои дорогие, что посмотрели. Не пожалели поставить пальчики вверх. Спасибо огромное. И даже тем, кто поставил пальчик вниз. Спасибо за внимание. Кто еще не подписался на мой канал, добро пожаловать. Приходите, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Оставайтесь со мной будет очень интересно. И много вкусных рецептов, и мукбангов, и влоги буду снимать, если кому-то это будет нужно. Вот, короче, оставайтесь, не пожалеете. Ну все, целую, крепко обнимаю, до новых встреч!